Вот мы втроем, да? Вот еще звук четвером. Значит, я вас сейчас туда заведу. Только пригласите, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир Владимирович, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем. Да? Можно? Можно. Договорились. Вот сейчас пока будет вешать микрофон, мы будем снимать в системе без остановки. Попробуем задать какие-то, может быть, вопросы такие всякие. Первый вопрос. Вы освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? Удобно. Удобно? А вот кресло президента, оно какое? Не жмет. Не жмет, а наклон спинки? Устраивает. Серьезно? Я на спинку не облокачиваюсь, я больше на стол облокачиваюсь. А на столе вот как-то такая нерабочая атмосфера, или вы просто педант по натуре? Я просто знаю, что стоит только на полдня расслабиться, и стол будет завален бумагами нужными и не очень нужными. Поэтому стараюсь всегда следить за тем, чтобы на столе было чисто. А что сейчас у вас на столе? Можем подойти? Можно, смотрите. Это материалы завтрашней поездки в Иваново, потом материалы по поводу награждения завтра женщин к 8 марта. И один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так вот, как Жиглов, да, говорил, держи перевернутым. Да. Ну вот ты только что убрал. Можно посмотреть? Да, точно. Можно, можно. Это все дела? Один из вариантов, который разрабатывается и рассматривается в качестве возможного, одного из возможного варианта развития экономики. Слушайте, вот так вот просто, так вот в столе будущее страны. Один из возможных вариантов, я сказал.